Как выяснилось, 41-летний уроженец Кемеровской области зашел в квартиру своей соседки, закрыл двери и начал выкрикивать угрозы в ее адрес. Девушке удалось выбежать и вызвать полицию. Тогда мужчина закрылся в чужой квартире и зачем-то начал наносить себе порезы ножом. Сотрудники полиции, вступив с ним в переговоры, попытались выяснить его намерения, однако мужчина вел себя неадекватно. Предварительно он находился в состоянии опьянения. Иди ко мне, иди, не усугубляй положение, иди сюда. Однако добиться, чтобы мужчина сам вышел и сдался, не удалось. Пришлось взламывать дверь. С помощью сотрудников ОМОН мужчина был обезврежен и задержан. Сейчас выясняются причины и все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение неприкосновенности жилища».